Сколько веков отшумело над ветвями этих древних дубов. Они все стоят, как стоит в бывшем селе Коломенском церковь Вознесения, которая чудна высотою, красотою и светлостью. Таковой не бывало прежде того на Руси, писал восторженный летописец о работе мастеров-строителей. Впервые Коломенское упоминается в грамотах Ивана Калиты. Расположенное на подступах к Москве, оно помнит набеги татар. Его сжигали и разрушали, но оно возрождалось снова. Оно помнит победоносных русских ратников, возвращавшихся с Куликовской битвы. Здесь происходил медный бунт. Стояли войска крестьянской армии Болотникова. Дорого обошла с холопом мечта о воле, земле и добром государе. И ни один десяток замученных на дыбе, ни одну отсеченную голову занесли писцы приказной палаты свои страшные свитки. Сейчас Коломенское – замечательный музей истории и архитектуры нашей Родины. Из Архангельска сюда перевезли крепостную башню и домик Петра I. Восстановлен его кабинет. Из Братска переехала сторожевая башня казаков-землепроходцев. Один день не затихает жизнь у стен чудесного памятника русской старины, свидетелями которой были эти дубы-патриархи.